Не самое спокойное время в истории нашей страны. Когда строилось новое государство, сотрудники МУРа работали без перерыва. С тех пор прошло уже более 80 лет. И чтобы воссоздать образ советского милиционера и рассказать об этом современникам, сотрудники архитектурно-этнографического музея Тальцы обращались даже в Центральный музей МВД. Там и нашли оригинальную форму участкового того времени. По ее образцу сшили костюм. Интерес к опасной профессии не случайный, ведь милиция сменила полицию именно в те годы. Одна из интереснейших профессий, как в прошлом, так и сейчас, это полицейские. Полицейские, сыск и прочее. Вот мы решили показать, как это было в самые трудные годы для тогда милиции. Вот. Это конец 20-х, 30-е годы 20 века. Над оформлением комнаты работали весь год. Сам участковый, который напоминает многим любимого дядю Степу, будет сидеть на лавочке и читать рабочий документ. Манекен пока не сделали, а вот необходимыми деталями комнату обставляют. Ее интерьер перенесет людей в довоенную атмосферу. Из специфичных предметов интерьера у нас находится патефон 30-х годов. Дарили милиционерам в качестве премий. Здесь у нас будут находиться томики Маркса, Энгельса, Ленина. Здесь будет находиться брошюрка «Криминалистика», «Уголовный кодекс». Ну и интересный персонаж милиционера в обмундировании 20-30-х годов. Он будет располагаться вот здесь на диване. У участкового также будет своя кухня и печь. В доме милиционер будет жить не один. По соседству находится комната сапожника, который, по легенде, будет отцом участкового. Обе экспозиции доработают и откроют в ближайшее время. Александр Гаврилов, Евгений Шарыпов, новости сейчас.